До 8 лет тюрьмы за печать денег на принтере. Жители Слободского полицейские подозревают в изготовлении и сбыте поддельных купюр. Мужчина напечатал их у себя дома на цветном принтере. Сейчас в полиции за что оказались? Поддельные деньги. Таких тысячных купюр мужчина изготовил достаточно много. В течение октября и ноября он приезжал в Киров, чтобы делать на поддельные банкноты незначительные покупки в ларьках и на мини-рынках, а сдачу получать уже настоящими деньгами. В четверг он в очередной раз пытался воспользоваться своей схемой, но продавщица магазина обнаружила подделку и вызвала полицейских. Перед тем, как быть задержанным, мужчина попытался избавиться от свертка, в котором находились тысячерублевые купюры. Как установили полицейские, житель Слободского района еще в октябре этого года приобрел цветной принтер, с помощью которого изготовил несколько десятков фальшивых купюр. После задержания выяснилось, что мужчина ранее судим за разбой и незаконное хранение оружия. Полицейские возбудили уголовное дело. За изготовление и сбыт поддельных купюр подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.